Всем привет! Сегодня мы будем сравнивать два туториала по обработке звука таких известных каналов, как Dorian Karnet и This is Хорошо. Для объективности результатов мы будем использовать обычный телефон. Поехали! Итак, дорогие друзья, вот я перебрался за свое рабочее место, и первое у нас на проверке это Dorian Karnet Adobe Audition. Итак, первое, что мы сделаем, это запишем нашу запись на телефон. Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять. Раз, два, три, раз, два, три, четыре, пять. Сейчас мы перенесем нашу запись на компьютер, это произойдет для вас по мгновению щелчка. Так, открываем Adobe Audition, нажимаем файл, new, аудиофайл. Тут выставляем все точно так же, окей. Переносим наш аудиофайл в Adobe Audition. Слушаем. Где там мои наушники? Наушнички. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. Отлично. Теперь первое, что мы делаем, это открываем эффекты. Noise Reduction. Adaptive New Noise Reduction. Выставляем все точно так же. Если у вас по-другому выставлено, меняйте. Сохраняем. Потом на первой полосочке мы нажимаем вот эту стрелочку. Открываем файл. Parametric Equalizer. HP мы выставляем 100. Чуть-чуть опускаем вниз двоечку и поднимаем аж вот примерно вот так. Закрываем. Второе. Нажимаем стрелочку. Amplitude Compression Dynamics. Ну а потом компрессор, лимитер, мейкап. Компрессор минус 25. 2. Сохранили. Минус 2. Сохранили. И мейкап 13. Выставили. Отлично. Закрываем. В принципе, все. Теперь слушаем, что у нас получилось. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. И у нас не должно быть, как мы видим, у нас тут зашкалы. Заходим назад в нашу Dynamics. И вот тут. Выставляем все те же позиции, минус 25, 2, вот тут. Менять нужно таким образом, чтобы не было зашкалов. Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять. Раз, два, три, раз, два, три, четыре, пять. Вот как видим, у нас зашкалы пропали. Мейкап 13. Закрываем, сохраняем. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. Исправляем. Ставлю минус 3. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Раз, два, три. Сохранили. Раз, два, смотрим. Три, четыре, пять. Вышел зайчик вот погулять. Раз, два, три. Пропали. Раз, два, три. Отлично. Теперь мы сохраняем нашу аудиодорожку. Сохранить как? Сохраню я в MP3. Послушаем уже в конце. После? Да. Следующее. Обработка в Sony Vegas. Перед началом обработки нам нужно будет установить плагины. Ссылку на плагин я оставлю в описании. Он будет выглядеть вот таким образом. Заходим в плагин. Нажимаем «Да». Соглашаемся. Выставляем галочки, если у вас их нету. И нам тут вот этот важный момент. Вам нужно будет запомнить папку, куда вы сохраните этот плагин. Я бы этот плагин запихнул прямо в Sony Vegas. Вы можете совершенно на любой диск. D, C, неважно.
После того, как установили, запомнили папку, отлично, заходим в Sony Vegas, настройки, параметры. Тут у нас будет VST эффекты. Заходим сюда, указываем папку с плагином. Вот она. Нажимаем ОК. Применить ОК. Все, плагины у нас будут. Теперь запихиваем сюда нашу аудиодорожку. Напоминаю, это советы по обработке от канала «Хочу миллион просмотров». Ссылки на каналы я оставлю в описании и на их видеоуроки. Так, заходим сюда. Теперь нам понадобятся следующие плагины. Refir. Regate. Где он, ё-моё? Regate, Recom и ReQ. Отлично. Сохранили. Первое по этой обработке. Мы выбираем ReComp. Плагин ReComp. Russia. Мы выставляем на 4. Выставляем на 4. After Release. After Makeup. Limit Output. И дальше. Начинаем слушать. И делаем звук таким образом, чтобы вот на этой дорожке раз, было два, три, минус 4, 12. 5, вышел зайчик Включаем. Погулять. Раз, два, раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик Зацепил. Погулять. Раз, два, раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Раз, два, раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Раз, два, раз, два, три, четыре, пять. Вышел Отлично. Зайчик. Дальше мы заходим в ReQ. И поднимаем ползунок гейна таким образом, чтобы звук раз, был два, три, вот до этих пределов. Пять, вышел зайчик погулять. Раз, два, раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Раз, два, раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Раз, два, раз, два, три. Отлично. Как видим, у нас на мастершине тут есть зашкалы. Заходим в мастершину. Применяем ReComp. Он у нас автоматически откроется. И выставляем следующие настройки. RMS ставим до 0. Вот тут порог минус 0,5 дБ. Ratio на бесконечность. И атаку 0. И не забываем про auto release. Следующий шаг. Мы открываем Refir. И нам нужно разобраться с шумом. Делать будем вот что. Выбираем дорожку с шумом. Отлично. И тут subscribe. Ставим галочку. Включаем нашу дорожку. Когда у нас все подстроилось само, выключаем, и у нас шумы пропадут. Слушаем. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. Вот так. Открываем Regate. И нам нужно разобраться с лишними шумами за кадром. Где-то стул скрипнул, где-то они так сели. Выбираем наш участок со звуком. Чел зайчик погулять. Раз, два, три. Поднимаем раз, два, три. Чел зайчик погулять. Раз, два, три. Раз, два, три. Чел зайчик погулять. Раз, два, три. Раз, два, три. Чел зайчик погулять. Раз, два, три. Раз, два, три. Чел зайчик погулять. Раз, два, три. Раз, два, три. Чел зайчик погулять. Раз, два, три. Раз, два, три. Чел зайчик. Поднимаем его до тех пор, пока наши лишние звуки не начнут откусываться. И чуть-чуть подмешаем еще шума, чтобы у нас все было по фэншую. Вот это делать не обязательно. Делаем это в том случае, если наши шумы резко откусываются и слова тоже проглатываются. С этим ползунком будьте аккуратны, сильно его не перебарщивайте. Дальше нам нужно разобраться с паразитными частотами.
заходим в AQ, выбираем двоечку, тут ставим 0,4 и начинаем слушать. 4,5, вышел зайчик погулять. Раз, два, три, пять, 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 вышел зайчик погулять. Раз. Ну вот тут чуть-чуть добавили такой, не знаю, штучки. Ну, сами смотрите, как оно по звуку будет 5, лучше. Вышел зайчик погулять. Раз, два, три, пять, вышел зайчик погулять. Раз, два, три, пять, вышел зайчик. Теперь сохраняем нашу дорожку. И послушаем, что получилось. Открываем. Ну, теперь сравниваем. До обработки, после обработки. Это у нас Adobe Audition. Это у нас Sony Vegas. До обработки. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. После обработки Adobe. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. После обработки Sony Vegas. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. Только вам решать, какая обработка звука лучше больше понравилась. Подписывайтесь, все ссылки я оставлю в описании. И поэтапные шаги я тоже распишу. Всем спасибо, всем пока.